Яки, Нины Мозер и Станислава Морозова. Ну, судья-информатор объявил, Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Вот сейчас действительно все в их руках, все в их коньках. А со Станиславом Морозовым я даже не могу сказать, что мы пересеклись, мы просто вот столкнулись здесь в помещении под трибунами полчаса назад во время заливки льда. Там тоже напряжение невероятное. Представьте, какая ответственность. Вот сейчас, когда они последние, когда больше никого нет. И дебют на крупных международных соревнованиях. Да, поодиночке у них колоссальный опыт. Но сейчас болеем за них, болеем. Я просто вспомнил, что Максим Тараньков прошел огромную школу. Он тренировался в Перми у Тюковых, потом в Санкт-Петербурге у Великовых, у Тараньков Москвину, и теперь в Нины Мозер. У Олега Васильева. Это просто... Забрал все самое лучшее. Произвольная программа тоже постановка Николая Морозова. И музыку предлагал и подобрал тоже Николай. Все внимание. Шпагат. Тройной сальто в прыжок с маленькой помарочкой. Тройной тулуп в каскаде с двойным тулупом. Это серьезное начало. Поддержка Ласса с провозом. Очень эффектно ребята все делают сегодня. Расслабляться ни в коем случае. Тройной сальтовский выброс. Высота, амплитуда, хороший выезд. Осталось только Тодос и шаги. Уже пятая минута идет.
Что это за комбинированное вращение? А да-да-да-да, шаги же они уже делали, конечно. Очень эффектное вращение комбинированное у них. И заканчивает в другую сторону вращение. Дотерпеть, дотерпеть надо. Браво! Здорово! Встают Браво. Зрители, встают, встают. Вот не грех так радоваться, наоборот, абсолютно искренне мы их поздравляем вот с этим прокатом. Посмотрите, Роднина стоя приветствует это выступление. Это действительно было здорово, это было здорово, это такая эффектная точка чемпионата мира в парном катании. Мы сейчас будем ждать решения судей, не ждите никаких прогнозов. Тарасова, Татьяна Анатольевна, видите, рядом Елена Водорезова, Буянова, все стоя приветствуют эту пару. Стадион на ногах. Вы знаете, я так вот с лету не могу вспомнить. Алексей Николаевич Мишин, но он свое дело сделал. А рядом, вот рядом, не помню я фамилию, это тренер юной ученицы Алексея Николаевича Мишина, Екатерины Туктамышевой, которая привезла ее из Ижевска. Но сейчас разговор о другом. Разговор о том, что замечательная наша пара. Вот сейчас это действительно она состоялась. Вы знаете, да, был шикарный прокат на чемпионате России. Но вот именно сейчас Татьяна Волосожар и Максим Траньков действительно доказали, что они не зря создали свою пару. Да, мы стали свидетелями рождения новой пары, экстра-класса. На мировом уровне вот так вот. Вы знаете, сколько было разных препятствий на пути создания этой пары. Вы знаете, я с искренней симпатией, не буду скрывать, относился к паре Мария Мухортова, Максим Траньков. Но не все получалось. И то, что вот получилось вот так, вот сейчас я говорю, да, так должно было быть. Потому что Таня Волосожар... Давайте послушаем, как их трибуны приветствуют. Таня Волосожар абсолютно искренне счастлива в этот момент. Стас Морозов, ее друг, ее верный друг, ее молодой человек, 8 лет уже вместе. Рядом Нина Мозер, основной, как бы главный тренер группы парного катания школы высшего спортивного мастерства «Воробьевы горы». Вот здесь была маленькая ошибочка на выезде. У Максима чуть рано повернулся, асинхронность. Но элемент защиты, прекрасные выбросы с хорошим пролетом, позицией. Вообще хочу отметить, что они не допустили практически видимых ошибок, серьезно, вообще никаких. Ни в короткой, ни в произвольной, серьезно. Им нужно набирать 135 до того, что... Тут 130... Я думаю, что 130... нереально, конечно, с немцами, но... 134,6. Смотрим. 134,6, тогда будет серебро. 147 первое. 134,6 серебро, 147 первое. 140 баллов. 140. Вторые. Это серебро. Это серебро вот так вот на первых международных соревнованиях серебро чемпионата мира. Итак, мы итоги подводим. Мы подводим итоги парного катания. Алена Савченко, Робин Шелковы с шикарным прокатом. 217.85. Татьяна Волосожар, Максим Траньков. Россия 210.73. Китайцы Панг Тонг. Экс-чемпионы мира. 204.12. Юка Кавагути, Александр.